Эти останки попали в Рязань из Копинского района. По словам руководителя одного из поисковых отрядов региона, к нему еще в 2012 году обратились представители администрации села Победенка. К ним часто приходят письма из Германии. Люди разыскивают родственников. Во время Великой Отечественной войны пленных привозили сюда работать на угольных шахтах. Погибших хоронили прямо в поле. Эксгумация останков потребовалась для того, чтобы потом их перезахоронить и установить соответствующий монумент. Пока шли переговоры о новом месте захоронения, останки хранились в гараже. На время ремонта кровли руководитель поискового объединения решил перенести их в соседнее пустующее помещение. В гаражном кооперативе на окраине Рязани в одном из боксов следователи и обнаружили 85 черепов и несколько сотен человеческих костей. Благодаря мероприятиям, которые проводили следователи, а также результатам судебных экспертиз, было установлено, что костные останки, которые были обнаружены поисковиками на территории Скопинского района, пролежали в земле более 40 лет. Учитывая отсутствие признаков преступления, было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. После проведения доследственной проверки останки были переданы руководителю поискового отряда для дальнейшего захоронения. Дина Исляева, телекомпания «Город».